Потом ее убрать мы так у нас. Как она убирается? Можно я попробую? Я все понял. Друзья, всем привет. Мы сегодня с Максом пришли на тест-драйв Audi Q8 новый. Я думаю, что вам это понравится, потому что машина ожидаемая. Это новинка, которую мы все так ждали. Это купеобразный кроссовер от кого? От Audi, да. Ну, естественно, конечно, машина, в принципе, то же самое, что Audi Q7, понятно, по платформе, там, туда-сюда, но это не важно. Самое важное – дизайн. Машина реально сделана очень красиво. Мы ее уже видели снаружи, и вы все тоже видели, уже фотографий много, даже есть, конечно, уже тест-драйвы разные. Но вот мы постараемся быть одними из самых первых, тоже протестировать эту машину и показать это вам. Поэтому смотрите дальше, сейчас будет много всего интересного. А пока мы лазим по салону и снимаем всякие прикольные влоги. И, кстати, мы делаем прямой эфир на Инстаграм, поэтому заходите, подписывайтесь на наши Инстаграмы и смотрите наши публикации, будьте в тренде, как говорится. Все, ребят, спасибо вам большое за то, что вы с нами. Продолжайте смотреть это видео, потому что дальше будет много всего интересного. Итак, друзья, мы сейчас на втором этаже автосалона Audi. Здесь вы можете видеть вид на мастерскую, на СТОшку. Вот у нас тут Макс сидит, да? Как дела? Максу тоже круто. Здесь... Довольно-таки интересное кафе, но оно как-то не работает, как вы видите, да? Оно закрыто. Оно сегодня закрыто. А вот сейчас я вам покажу вид на мастерскую, как там все происходит, как ведутся работы, вы сами это сможете увидеть. Самый ожидаемый гость в программе на S100 Audi, это, как вы видите, Жигуль семерочка. Семерочка, да, тут даже делают, чинят семерочки, ребят, поэтому... Все-таки немецкие технологии дошли и до наших русских машин. В общем, ребят, я сейчас решил вам показать туалет в автосалоне Audi. Я не знаю зачем, но просто хотел показать, что здесь довольно-таки культурненько и цивильненько все сделано. Все очень красиво, мне прям по кайфу и очень нравится. Зацените. Это я. Короче, как-то так. Ну, все так прикольно, аккуратненько сделано. По-европейскому, скажем так, создается такое спокойствие, ощущение спокойствия, что типа за тобой тут прям все ухаживают, потому что все здесь в чистоте и порядке, и это очень круто. И это просто классно. Вот так вот. Итак, друзья, вот мы только что проехались на Audi Q8 новой. Просто огонь машина. Ну, сейчас мы пройдемся по внешней части, значит. Здесь у нас стоят с вами матричные фары, лазерные, очень мощные. Здесь у нас вот ходовые огни, которые светятся во время того, как вы запускаете моторчик. Да, также у нас вот тут есть это омыватели фар, естественно. Здесь у нас с вами, смотрите, находятся датчики парковки. Вот. Ну, значит, здесь машина с дизельным мотором у нас представлена. Мы только что с Максом покатались на бензиновой версии, которая вообще огонь. Ну, ездит реально получше, чем дизельная. Потому что дизельная у нас мы пробовали, вернее, я пробовал на новом Touareg. Вот, и здесь у нас получается бензиновый мотор стоит, 3 литра 340 лошадей. Но конкретно в данной машине здесь под капотом у нас дизельная версия. Диски здесь на этой какой-то модели 21, это, скорее всего, за доплату, потому что базовые там чуть другие. Вот, посмотрите, какие у нас тут огромные тормоза, просто огромнейшие. Дотяжки дверей присутствуют за доплату, естественно. Что еще интереснее всего дальше, мне что привлекает? Это вот это просто бомбезнейшая линия фар, вот такая, соединяющая их. И причем она не просто соединяет тут какой-то пластик, это реально тут как бы она работает. То есть, когда мы включаем, получается свет, загорается эта полоса, вот, и то есть, как бы, такая иллюминация получается. Я уже видел эту машину ночью, и просто шикарно вот она выглядит. Полный привод, естественно, квадро. Все дела. Так вот, модель у нас построена на платформе MLB, на которой же у нас построена и Audi Q7, как вы видите, да? Вот. Но здесь основная разница в том, что у нас купеобразный силуэт идет. Вот видите, не спадающая крыша такая пошла. Ну и плюс какие-то сами настройки, да и в принципе салон отличается от Q7, потому что Q7 у нас еще не выходила новая. То есть у нас здесь уже получается... Все на сенсорах в основном, то есть кнопок, которые у нас механические, там уже их почти нет в салоне.
их там реально минимум. То есть в основном здесь у нас будут экраны и все остальное. Вот. Давайте перейдем к багажнику. Как он открывается, я еще не знаю. А, вот. Багажник здесь не очень большой, как вы видите, да? То есть, Макс, давай подойди, чуть подальше, да. Значит, для того, чтобы удобнее было вам загружать вещи, вот мы можем опускать машину. Раз. Оп. Она, возможно, даже сейчас... Нет, все нормально. Опускать машину и поднимать. То есть, как бы, если у вас большие пакеты, вы же не будете вот так вот... Нет, как бы здесь все. Просто нажал кнопку, она опустилась. Если пневмоподвеска стоит, естественно. Пневмоподвеска, если стоит, туда она опускается. С обычной подвеской, наверное, не опускается. Я точно не знаю. А вот здесь же у нас есть с вами еще что. Это у нас с вами First Aid Kit. Это у нас что? Аптечка. Аптечка. Все правильно. Ради интереса надо посмотреть, что туда входит. Так. Ну, бинты, ножницы тут, все такое. Компактно все сложно, поэтому я не буду сейчас доставать, потому что я потом, как вы знаете, обычно как все берут, как-то укомпоновывают, а потом вы когда достаете все, не получается складывать. Вот у меня постоянно такая проблема. Если кто-то что-то сложил, у меня ничего не получается потом обратно затаскивать. Поэтому я лучше сейчас сразу же закрою. Так. Ну, там тоже есть какая-то... О, зацените сюда, прикол. Что у нас здесь? Здесь у нас стояла аптечка, вот так вот. А здесь еще сзади нее была вот у нас 12-вольтовая розеточка, да. Тут у нас вот клавиши для того, чтобы опускать подвеску при погрузке вещей. Здесь у нас, зацените, у нас крючочек, что прикольно. Это, скорее всего, охлаждение идет. Вау, зацените, какая красивая подсветка багажника. Тут у нас диодная линия идет, класс. Вообще это реально четко выглядит. А, и, кстати, вот здесь необычная шторка. Почему? Потому что из-за того, что купеобразный силуэт получается у машины, вот, то есть по таким линиям она идет немножечко на скос. То есть, если мы вот так закроем, она получается вот, вот так вот. О. И теперь, когда вы закрываете багажник, никто ваши вещи не видит. Да, поэтому вот так это выглядит. Так, что еще тут есть? А, кстати, ну вот, да, понятно, у нас есть для крепления сеток. Вон, с той стороны и здесь. Потом, здесь у нас еще какая-то спасательная вещь. Угу, это два спасательных каких-то... А, нет, это не спасательных жилетов. С каких спасательных жилетов? Я вообще не знаю. Это два жилета, которые светоотражающие. Вот, да. Да, рефлехизант. Рефлехизант. Я не знаю, как это получается. Вот, two reflective vests. А это, наверное... Варн Вестен. Не знаю. Но это на немецком. Варн, наверное, это предупреждать. А Вестен, это, наверное, что-то другое. Короче, хоть я учу немецкий язык, я не знаю, что здесь написано, если честно. Вот. Ну, вот такие вот небольшие сеточки у нас есть. Ну, как бы, вы можете потом эти все штуки поубирать и туда класть свои какие-то вещи. То есть, очень круто. Ну, вот тут еще у нас есть подпольное пространство, значит, давайте посмотрим. Угу. Здесь у нас колесо. Колесо – это докаточка. В общем, это докатка. Это просто докатка. Я ничего говорить больше не буду. Вот тут у нас это, я думаю, что это что-то с музыкой связано. Так это что-то электронное. Скорее всего, сабвуфер здесь стоит. Мне так кажется. По крайней мере. Да, это, наверное, сабвуфер у нас находится. Так. Ну вот, да, у нас тут тоже еще вот эти крепления для сеток продолжаются. Вот они по кругу у нас идут. То есть вы можете натянуть что-то раз себе здесь и закрепить. То есть по части багажника, ну, то есть для вещей, для обычной жизни хватит с головой, честно. То есть если вы, конечно, никуда не ездите, если вы не возите картошку на рынок, то хватит. Ну, картошку я бы на такой машине не возил. Естественно, у нас тут кнопочка багажника. Осторожно. Не пищит, как в Hyundai. В Hyundai пищало, а сейчас тут не пищит, тут все четко. Пойдемте дальше. Сейчас пойдем... назад. У нас тут есть бесключевой доступ. Вот у нас управляется, когда ключ. Так вот раз. Ручка очень удобная. Открываем. И вот у нас мир. Зацени. Вот эта подсветка. Зацени, как она реально круто выглядит, да? Это очень четко сделано. Мне нравится. Безрамочные стекла. Да. Да. Выглядит это реально круто. Так, ладно, я в салон. Вот мы перебрались уже на задний ряд сейчас. Здесь круто, удобно и много всего, прям реально много всего. Во-первых, что вы можете делать сзади? Регулировать свое сиденье. Вот сейчас покажи, это вот начальное положение, то есть это вот вы сели, вот сидите, обычно.
теперь вы такие, ну, мне немножко неудобно, хочу чуточку опустить. Все просто. Раз. И вот мы утопились. Ну, конечно, не очень далеко мы утопились, но ничего страшного. Стало чуточку лучше. Вот мы теперь сидим. Подголовники. Вот мы можем поднять чуть-чуть. Мы можем. Вообще должны подниматься. Не, наверное, максимально, да. Да. Вот все максимально. Так вот у нас максимально подняты подголовники. Вот что еще круто. Во-первых, у вас здесь есть персональный обдувчик. У вас будет персонально обдувать, когда будет работать климат-контроль. Почему? Потому что у вас здесь персональный экран управления климатом есть. То есть вы, это сенсор, он сейчас не работает, но это у нас управление климатом. То есть вы сможете сами себе подстраивать температуру. И все круто. Во-вторых, я понимаю, вот на этой машине, да, то есть багажник не очень большой, так получается. Но здесь зато, если у вас костюмов штук 10 с собой, вы их куда угодно прицепите, потому что вот есть раз крючок. Вот здесь встроен еще один крючок, вот у нас чуть-чуть, да, вот сюда вот так вот утапливается пальчик, оп, чуть не застрял, все, вот это у нас утопленный крючочек. Вот еще один крючок. И, только что нашел я еще один секретный крючок, вот здесь. Вот здесь крючок. То есть машина реально для деловых людей. Это не для того, чтобы на базар ездить, ребята. Это тачка именно когда у вас есть костюмы. То есть конкретно, если даже вам нужно куда-то их уместить, здесь минимум раз, два, три, четыре крючка с одной стороны. Раз, два, и там точно так же с другой стороны. То есть 8 крючков всего. Ты что, не понял? Багажник. Какой багажник? А, в багажнике еще один есть крючок, точно. Вон, то есть всего, нет, два. С какой стороны там два увидел? То есть тут как минимум 8 крючков. Ну, Макс говорит, что еще в багажнике 2, но я только видел один. Я потом посмотрю еще раз. То есть тут минимум их 9 точно крючков. Костюмов 9 с собой везете? Пожалуйста, повесили куда хотите. Вот так вот прицепили вообще без вопросов. Что еще по части заднего ряда? У нас здесь есть колонки. Раз колонка. С той стороны точно такая же. И еще я только что обнаружил и чуть не обалдел. Короче, здесь реально surround sound получается, то есть объемный звук. То есть это прям как музыка 8D, можно тут в машине слушать и будет четко. Вот у нас колонки. Раз и два. И это просто сногсшибательно. Это так обалденно сделано. То есть, серьезно. Вот если вы сравниваете машину с Audi Q7, с Touareg, там, с Cayenne, ребята, поверьте мне. То есть эта машина, да, пускай как бы она стоит на той же платформе, что тоже Volkswagen, что та же Audi Q7, но у нее есть своя особенность, у нее своя душа. То есть ее проработали так круто, что внутри реально приятно находиться. Снаружи все идеально. Просто именно дизайн, технологичность этой машины, она вот так вот зашкаливает за голову. Эти вот безрамочные стекла выглядят очень круто. Сзади сидеть удобно. А, забыл еще сказать про подлокотник. Вот мы открываем, подлокотник у нас есть. Удобный. Вот сидишь. Чего не хватает? Не хватает подстаканчиков. Нажимаем кнопку, раз, выехали. Ну, сюда большой что-то не поместится, но пол-литровая бутылочка воды или кофе, не знаю, какое-то. Ну, это же для деловых людей машина. То есть, как бы, вы сидите такие, хочу кофе. А, поехали, кофе возьмем, что ли, не знаю. Взяли, короче, такие кофе. Ты сюда себе поставил его. Все, ни о чем не заботишься. Все прекрасно. А сейчас мы попадем на передний ряд новый Audi Q8. Беремся за удобнейшую ручку. Открываю. И добро пожаловать. И что нас здесь встречает с вами? Нас встречает буквочка S, потому что это у нас версия S-Line. И такая красивая подсветочка. Выглядит нереально здорово. Очень круто. Так, теперь забираемся в салон. Фух, залез. Так, что по части переднего сидения, водительского, пассажирского, не знаю. А, ну да, там не было. Значит, что по части водительского сидения? Здесь у вас все максимально под рукой. Вот все прям. До, везде дотягиваетесь. Все, что нужно. Все круто. Регулировки сидений. Значит, сколько у нас направлений? Сейчас вместе посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Вроде бы все.
Вроде бы все назвал. 10 регулировок водительского сидения. Значит, здесь у нас стоит, кстати, музыка Bang & Olufsen. Вот такая вот. Кстати, я не знаю, сколько здесь конкретно ватт, но у них там есть две версии, мне с ними сказали. Там еще, здесь, наверное, самая обычная, потому что в дорогой версии этой музыкальной системы там выезжают такие динамики, в общем. Вместо таких вот обычных там динамики будут выезжать. Там, видишь, сейчас обычные такие динамики стоят. А в дорогой версии там за 7000 евро будет выезжать. 7000 евро за музыку, ну это много, да. Ну ничего страшного, платить можно. Что по сейчас еще на дверной у нас карте, значит, что находится? Здесь у нас, естественно, управление стеклами. У нас раз, подъемники всякие. Здесь у нас дистанционное открытие багажника. Ты сейчас так сделал, вот если я так нажму, багажник откроется. Можешь сейчас даже показать. Готов? Угу. Я включаю, ребят. Открылся? Да. Он открылся, все прекрасно. Потом закроем. Значит, светотехника у нас управляется таким образом. Это сенсор, и это реально круто. Значит, вот так вот мы включаем автоматический режим. Вот, у нас тут вот появился вот значок «Автоматический режим». Угу. Угу. Теперь мы можем переключать. Сейчас показываю приборку. Вот я включаю, нажимаю раз. Стояночные огни включены. Теперь я выключаю свет. И все это делается у нас вот сенсором. Здесь у нас вот включаются передние фары противотуманные, я так понимаю. А здесь у нас включаются задние противотуманные фары. Огни. Противотуманные огни. Вот. Руль у нас здесь S-Line. Обшивочка у нас очень красивая. И сделана она реально добротно. То есть у нас здесь перфорация есть. Красивая у нас прострочка такая. Не цветная, но все равно красиво выглядит. Такая металлическая вставочка. И буквочка S. Это не скошенный руль. Можно заказать скошенный еще. Ну, здесь у нас бибикалка, побибикать можно, но мы этого делать не будем. Управление, значит, меню. Так вот мы можем управлять. Virtual Cockpit у нас вот система стоит. Виртуальный кокпит. Вот это тут у нас управляется все это, функция его. Вот тут у нас вид настраивается, что показывает. Тут у нас можно выбирать, получается, если у вас будет навигация в машине, то можно выбирать, что у вас будет навигация выводиться сюда. Либо спидометр делать больше, либо навигацию делать акцент. Ну, здесь у нас список, естественно, листается у нас вот раз. Можно выбирать все это. Так, по части этого, тут не знаю, что это такое, звездочка какая-то, я об этом не спрашивал, поэтому как-то неизвестно пока мне. Здесь у нас переключение треков и громкость, вот у нас переключение, раз, два, тут у нас громкость музыки регулируется. Ну, естественно, когда у нас тут есть Bluetooth и hands-free получается, то мы вот управляем телефонными звонками здесь. Так вот, датчик уровня топлива и температура двигателя здесь интересным образом реализованы. Вот посмотрите, такие шкалы. Также на приборке у нас здесь находятся индикаторы самых важных всяких тут систем. Вот, например, я сейчас включаю, вот ставлю наручник. А нет, стоп, вот так, все, вот. И вот у нас тут загорается такая лампочка. И здесь у нас есть тоже другие лампочки, там, которые у нас показывают состояние, скажем так, автомобиля. Что у нас? Ну, вот у нас селектор КПП, понятно, такой же, как и в Touareg'е, но вам все естественно. Здесь, кстати, ребята, оцените, кто-то уже поломал. Здесь у нас нет уже именно вот лакированного дерева на этой штуке. И вот теперь вы одни из первых, возможно, кто видите, как именно выглядит крышка подстаканников передних без лакированного дерева. Посмотрите, это тупо пластик. Он реально такой дешманский, серьезно. Вот я вам отвечаю, это тупо вот, даже, ну, конструктор Лего даже получше будет, наверное. Расскажи, как снять с ручника. Как снять с ручника? Я не знаю. Ну, вернее, здесь я еще не понял этого. Он то уже есть... сам снимается. Нет, вот как бы не то, что он сам. Тут я вот сейчас включил его. А теперь, типа, вот так вот, он опять горит. Но это, наверное, надо, чтобы машина, чтобы зажигание было включено. Потому что так она сейчас стоит в обычном режиме. То есть, как бы, естественно, она ничего, наверное, не понимает немножечко еще. Продолжаем наш рассказ о передней части автомобиля Audi Q8 в салоне. Так вот, что у нас здесь есть, ребят? Вот здесь у нас это блок управления климатом и там чем-то еще, тут что-то еще управляется. То есть тут у нас идет один экран, второй экран и третий экран, это у нас приборка. Да, то есть в новом Touareg'е у нас сплошная такая машина тут стоит, 15-дюймовая, а здесь у нас три экрана разделены. Ну, скажем так, это тоже удобно. Вот навигацией мы пользовались, навигация крутая, то есть работает четко, без заторможек, суперски сделано. Что еще? Вот у нас единственное, что я говорю, механические какие-то кнопки. Вот у нас раз механическая кнопка, два механическая кнопка,
3 механическая кнопка, 4 механическая кнопка, 5 механическая кнопка. Все. Ну, еще на руле, конечно же, есть, но именно вот здесь вот... А, нет, стоп, еще вот. 5 было, да, последнее? 6, 7. Всего 7 кнопок, которые находятся у нас именно на тоннеле. Я не учитываю руль и не учитываю дверные карты, потому что на дверных там есть еще... А, еще здесь, да, вот мне подсказывает Макс. Еще здесь вот у нас, стоп, 7, 8, 9. Все, значит, 9 всего у нас механических кнопок именно вот на вот этой вот средней части, скажем так. Потом, здесь вы можете регулировать вот у нас, вернее, закрывать... Оп, вот так вот. Вы это у нас закрываете воздушный поток себе, перекрываете, в общем, дыхалку себе, знаете, как говорится. Сами у нас воздуходуйчики вот так вот у нас управляются. Раз, два, три, четыре, вот так вот они есть. Кстати, очень приятный на ощупь материал. Материал, да, тут очень приятный. Мягкая тут штука такая, ну, типа мягкая, но типа не совсем мягкая. Ну, вроде как мягкая, ну, да. Так, потом переходим мы к освещению, которое у нас именно над головой находится. Что здесь? Я могу вам сейчас показать, как стать Гарри Поттером на секундочку. Вы можете делать, типа, там было такое заклинание, когда так делалось, типа, заклинание Люмос было. И вот сейчас я покажу, как его использовать в Audi Q8. Вы такие, типа, смотрите, Люмос... Люмос, я зажигаю все своим пальцем. То есть все, то есть без никаких кнопок. Ну, выключать вы можете, конечно, кнопкой, вот, например, так вот. А, нет. Нет, не можете. Когда включили вы пальцем люмос, надо делать именно пальцем, опять же, обратный люмос. Нокс. А? Нокс. Нокс? Ну, типа, люмос это включить, нокс это выключить. А ты помнишь это? Ну, типа, да. Короче, Макс сказал, что здесь выключать это надо заклинанием нокс. Нокс работает хорошо. А Нокс, да, сработало. То есть здесь даже можно поиграть в Гарри Поттера. Типа почувствовать себя волшебником. Эта машина реально для волшебников. Audi Q8 тачка просто чудесная. Волшебство. Magnificence. Я не знаю, как тут еще сказать. Идеально просто сделано все. А по поводу формы сидений забыл сказать. Здесь у нас очень удобный ковш. Вы сели. Ваша спина сюда влилась. Четненько, вот так вот, прям как симбиоз получается, вот вас и сиденье. Боковая поддержка вот хорошенькая у нас. Это у нас вот нижняя часть спины поддерживается, а здесь у нас плечики. Так, ну вот мы сели такие, оп, и все четко, все круто. Обивка смешанная, идет у нас ткань, ткань хорошего качества, между прочим. Мне очень нравится такая ткань. Я бы даже себе взял бы, наверное, тканевые сиденья. Да, вот реально тканевые сиденья, они будут поинтереснее, чем кожаные. Вот почему, кстати, больше сиденья обшито тканью. Потому что, во-первых, она не промерзает зимой, если вдруг машина у вас стоит на улице. То есть вы не садитесь, и у вас попа сразу не получает там такой вот жесткий прям обморозок какой-то. И она плюс такая мягенькая, хорошенькая. Мне нравится вот ее качество, ткани здесь. Ну и кожа. Кожа тоже, естественно, хорошего качества. Поэтому все четко. Кстати, забыл показать вам еще вот у нас козырьки солнечные. Ну, козырек обшит якобы тоже тканью какой-то, но она не очень приятна на ощупь. Как, например, мы у нас обозревали Hyundai Santa Fe, там козырьки чуть поприятнее будут. Открываем, и вот тут самое начинается мое самое нелюбимое, это то, что свет включается автоматически. Ну да, он тут красивый как бы. Дневной, такой не дневной свет, а такой какой-то смешанный. Вроде как и дневной, но вроде бы как какой-то такой лунный, не знаю. Но что мне не нравится больше всего, то есть я люблю, когда вот именно ты можешь включить себе эти вот плафончики, когда ты сам можешь их включать, а не когда ты отодвигаешь эту шторку, и она включается, а потом выключается. Потому что иногда, может, я хочу без этого вот светильника посмотреть на себя. То есть, ну, как бы, ладно, это мелочь, как бы, я не придираюсь, но просто к тому, что это именно мне вот больше нравится. Вот в Hyundai, кстати, Santa Fe новый 2019 года, у нас там сделано именно так, что ты можешь сам себе включать пальчиком эту подсветку, когда ты смотришь именно в зеркало на козырьке. То есть это четко. Ну, это такое мелочи, я не придираюсь, ребят. То есть тут машина идеальная, все, я не хочу именно находить какие-то косяки, которые вот не по делу. Это так, это уже придирки каждого могут быть. То есть это чисто мое мнение. Бардачок в Audi Q8 у нас внушительный такой по размерам, то есть
сюда положить можно всякие вещи. Но опять же вам говорю, и вы же сюда не будете всякий хлам класть. Это у нас такое сюда, книжки какие-то положить, там, если что, вдруг какие-то там важные, ручку кинуть туда-сюда, я не знаю, что еще может человек сюда положить. То есть всякое такое поместится. Плюс он обшит у нас такой, ну, не скажу, что прям совсем приятный на ощупь материалом, но нормальный. То есть вполне приемлемый, да? Плюс он еще у нас охлаждаемый. То есть можно сюда класть напитки какие-то, и все будет четко. Закрыли. Теперь переходим к внутреннему мы, типа бардачку, ну, в общем, подлокотнику с боксом. Знаете, единственное, что мне немножечко, опять же, не нравится, это то, что тут есть фиксатор. Фиксатор для того, чтобы регулировать сам подлокотник, чтобы вам было удобнее, то есть высоту его. И звук у него немножечко такой, ну, неприятный, честное слово. Вот сейчас я поднимаю его, послушайте внимательно. Сейчас. То есть это такой, какой-то такой железный звук, как будто... Но это терпимо, все нормально, то есть как бы прикольно. А так сел, все, шикарно, сел, класс, тачка удобная. Мне все нравится. Друзья, ну я надеюсь, что мы вам все рассказали, все, что нужно было. Поэтому ставьте лайки на нашем видео, подписывайтесь на канал и будьте всегда с нами в тренде. Заходите на Инстаграм, там у нас всегда новые выпуски какие-то, у нас новые фоточки, посты. У нас с Максом на Инстаграмах уже больше 1000 подписчиков, поэтому вы тоже подписывайтесь и будьте в нашей семье автолюбителей. Поэтому всем пока!